чем основная проблема, если источник водоснабжения Нижней Серги, водозаборный узел, там вода соответствует Санпину, да, вода питьевая, то Верхний Шатландский пруд не соответствует. Это вот самая главная проблема, которая сегодня существует. Там водоочистные сооружения, которые не рассчитаны на тот объем воды. Вторая проблема – наша сеть не настолько идеальная, и помимо этого в летний период она не подвергается промывке. И сейчас приняты от того, что вот было заболевание, и делают профилактические мероприятия, проводил водоканал, делали промывку и хлорирование, об этом они объявляли через средства массовой информации. Такую работу нужно планово проводить летом. Я бы провел переговоры с Ревдой и максимально увеличил объем забираемой воды с Ревды, чтобы, конечно, сначала определив, она отвечает требованиям Санпина или не отвечает. Если отвечает, максимально сколько ему дать, и максимально снизил бы объем воды, подаваемый с Верхней Шайтанского пруда. То есть, если мы, давайте включим математику, 45-50 тысяч кубов мы подаем. Если нам Ревда даст 15 и 25, это получится 40, и нам останется отсюда взять 10 тысяч кубов. Очистка, по-моему, если память не изменяет, около 7 тысяч кубов. То есть тогда мы получаем из 50 3 тысячи неочищенной воды, грубо говоря, и 47 тысяч очищенной.